Любови Толкалиной, 46 лет. Актриса прекрасно выглядит и не стесняется эпатировать публику. Яркая, эффектная и талантливая. В последнее время все говорят о ее скандальных фотосессиях в формате «Нью». Сейчас больше разговоров о личном, которые она сделала публичным. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, и будьте в курсе всех новостей. В детстве Любовь Толкалина занималась синхронным плаванием и мечтала стать тренером. В подростковом возрасте она попробовала свои силы в театре на воде, и тогда актерство ее полностью захватило. Съемки в рекламном ролике сантехники только укрепили ее желание стать актрисой. Она училась в УГИКе и сегодня знаменита не только в России. После появления в «Антикиллере» актриса прославилась. С того времени у Любови Толкалиной не было проблем с работой, а фильмы и сериалы с ее участием ждали с нетерпением. Актриса также выступала в театре и участвовала в ток-шоу. Сама же Любовь Толкалина считает своим триумфом главную роль в фильме «Я люблю тебя». Хотя критики и зрители отнеслись к сюжету неоднозначно, картину показали в Каннах. Но хватит о работе, давайте о личном. Долгие годы личная жизнь Любови Толкалиной была связана с Егором Кончаловским. Режиссер был на 13 лет старше, но это не помешало ему покорить ее сердце. Правда, до ЗАГСа они не дошли. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Им было сложно примиряться. Разница в возрасте и противостояние характеров сказывались на отношениях. Однако из них получился прекрасный творческий тандем – режиссер и актриса. Егор Кончаловский снял Толкалину в нескольких своих проектах, включая «Антикиллер», что способствовало ее становлению как актрисы. Спустя 18 лет гражданские супруги объявили о расставании, но без подробностей. Они остались друзьями и благодарны друг другу за дочь. Кончаловский в 2017 году стал отцом сына Тимура от юриста Марины Леоновой. Пока актрисе приписывали романы со знаменитыми мужчинами, она интриговала провокационными фотосессиями. Затем неожиданно призналась, что влюблена в англичанина и оставила свое сердце в Лондоне. Композитор Саймон Басс из Лондона стал ее любимым мужчиной и вдохновителем. Мужчина на 12 лет старше, но поддерживал ее творческие эксперименты. С новым мужчиной матери даже познакомилась дочь Мария. Однако романтические отношения на расстоянии продержались несколько месяцев и закончились. Через год Любовь Толкалина намекнула на возобновление отношений с Басом, но это были слухи. Сегодня непонятно, с кем она, но себя она любит и правильно делает. Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Актрисе 46 лет. Она востребована в театре и кино, популярна своими перформансами в соцсетях. Также находит время для познания самой себя и своего внутреннего мира. Успешная актриса увлекается йогой и много путешествует. Подробности личной жизни предпочитает держать за кадром. Нравится актриса?